Десятая концовка Скулбоя, секретное имя сущности и выход с Бэкрумса. Сегодня ты будешь в шоке, ведь узнаешь правду про рыбака. Поэтому смотри до конца и узнаешь, почему он маньяк. И это скрывает. Блин, как же я запарился учить эти уроки, у меня самые злые родители на свете. У тебя самые злые родители? Так тогда сбегай. Ты кто? Кто-то в окне? Ваня, никого за окном нету, я в твоей голове. О, понятно. А, видимо, уроки я переучил. Ты ничего не переучил, но сегодня я тебе помогу установить читы, и ты сможешь сбежать из дома. Вот это другой разговор, я не знаю, кто ты, но давай попробуем. Включай компьютер, это во-первых. Так, понял, включаю. Все, загрузка пошла. Во-вторых, пиши пароль Andrew2002. Готово, окей. Заходи в терминал и пиши сюда Zenji Mod On и нажимай Enter. Что с компьютером? Почему он выключился? Что это такое? Все, теперь у тебя установлены мои читы. Ты можешь делать с этим домом все, что ты хочешь. Звучит отлично, но надеюсь, меня не забанят. Ты можешь вылететь за крышу, ты можешь вылететь за карту, все, что ты пожелаешь. Бессмертие включить, я же поймают. Офигеть, я реально на крыше. Вот это я понимаю читы. Но самое время потроллить моих самых добрых родителей. Включи бессмертие обязательно, так. Иначе тебя поймают. Бессмертие я включил, но... Маман, где она? Не занимается своими самыми важными делами. И, наверное, нужно ее найти. Ты можешь арбуз есть, кстати. Серьезно? Все, с арбузом мы разобрались. Батя, конечно же, оставили кусочек. Так, можно же потроллить батю. Ну все, батя, готовься. Сколько ты мне жопу драл? Сколько ты мне жопу драл? И что теперь? Что теперь? Что теперь ты сделаешь? Так, он даже не может поп. Он тебя вообще не может никак затронуть. Но тебя может вытолкнуть за карту. Если что, маман на улице. Чего? Я в текстурках? Ну, это вообще не по плану, не по сценарию. Ты просто вылети. Я слышу маму, поэтому я пойду к ней. Меня мама уже ищет. Я ее слышу. Так, давай-ка выйдем на улицу. Она в доме. Вон, они все, они здесь. Ой. Так, и что? Они бегут на меня. Нет, не бейте, пожалуйста, не надо. Нет. О. Залети на крышу. Прямо сейчас залети на крышу. Так, все, я лечу. Все, я улетаю. Они меня вытолкнули за забор, ты видел? Офигеть. Они тебя прямо сейчас видят, но не могут к тебе подойти, потому что лестница на крышу заблокирована. Они тебя сейчас назовут читером. Так мы, получается, забагали игру. И причем самое главное, они это знают. Они понимают, что ты забаговал их. Мне кажется, они уже забаговались окончательно. Я нашел лучший сервис для пополнения мобильных игр, и это Купикод Голд. Здесь вы можете пополнить баланс любимых игр по самой низкой цене. Пополнить баланс просто, дешево и безопасно. Например, я куплю робуксы. Авторизуемся на сайте через Telegram или ВК, чтобы копить бонусы. Выбираю товар, ввожу имейл. Кстати, имейте в виду, что если вы покупаете робуксы, обязательно привяжите электронную почту к вашему робукс аккаунту. Для этого зайдите на сайт Роблокса, в настройки аккаунта и привяжите почту. И проверьте, чтобы вы написали ее правильно на сайте Купикод Голд. А после оплаты на почту вам придет подарочный код, который нужно ввести на сайте Роблокса. Купикод Голд — это не просто пополнение мобильных игр, а целая игровая экосистема, где делают упор на честность и развитие комьюнити, а также устраивают крутые ивенты. Поэтому при оплате вводи промокод SLOCKER, он даст тебе скидку целых 5%. Пополняй только на Купикод Голд. Ссылку и промокод оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Давай, ты просто выходи, все, спрыгивай. Оба! Ой, оп, все, красота. Ах ты читер! Я тебе говорю то, что родители все знают. Теперь тебе надо убежать не к друзьям, а направо, куда ты спрыгнул от столба. Так, хорошо, а что там делать? Только без ноуклипа. С ноуклипом ты не сможешь пройти. Так, я не знаю, что ты хочешь, но я сделал... Что? Это концовка? Все, готово, да? Офигеть, мы прошли с читами, я даже и не понял сначала. А, это восьмая концовка? Она восьмая, но как бы это секретная концовка, ведь прочитай. Похоже, непризнанный гений, не могу поверить, что я нашел новый способ сбежать из дома. А, значит, это не читерская концовка, а просто дополнительная. Но она секретная, это надо учесть. Сейчас мы попробуем кое-что посерьезнее. Что, если попробовать с дома спрыгнуть на сено, а мы разобьемся или сможем пройти концовку? А с читами, ну-ка, офигеть, все так легко. Конечно же, мы сможем просто пройти, и все. А родителям абсолютно все равно, они даже не заметили меня, то, что я спрыгнул. Но если ты пройдешь через окно, то они тебя заметят. Так я, получается, снова сделал концовку за 5 секунд. И смотри внимательно, игра знает. Это четвертая концовка. А что, это не должно было так работать. По идее, если сбегаешь за несколько секунд, удается концовка читера. Вот это вот настоящая читерная концовка была. Да, но почему игра не знает о том, то, что мы
читеры. Наверное, мы ее прошли даже чуть дольше, чем должны были. Либо мы сделали какой-то баг. Попробуй теперь загородить родителей и папу, и мамку. Так. И просто пройди к друзьям. Вот это мне нравится, батя! Вот сюда иди, что ты стой смотришь? Не надо мне батя, футбол, не надо мне футбол. Батя свой. Стуф смотрит футбол, оп, а ты иди к мамке. Ну, хоть в танки не играет, уже хорошо. Так, хорошо, батю мы забатили, и он меня опять, блин, взял и в текстурке закрыл. Нет! Офигеть. Ты куда полетел-то? Это было очень опасно, я чуть не сделал секретную концовку, но, к счастью, я вовремя смог оттуда сбежать. Все, теперь просто выходи. А вот они, на улицу. Нет, не нужно меня, не нужно меня выкидывать с дома, все, я на улице. Теперь беги через калитку. Так, а калитка же закрыта. Да, что? Ну, все, теперь убегай к друзьям. Все, бежим. Офигеть, они прям, что? Они такие стрёмные, какие-то скибиди-туалеты. Какие скибиди-туалеты? Что это такое? Это не должно было так работать. Я знаю, почему не сработало. Тебе надо через ворота пролететь. Давай, возвращайся. Так, я вернулся и залетел на дом, потому что они забагали и не дают мне вообще пройти. Теперь иди к воротам. Стоять! Они меня хотят, блин, прибить, жопу надрать. Я бегу. Тебе просто перелети через ворота. Перелетаю, все, я перелетел и... Все, беги к друзьям. Так, я бегу, блин, пока но они... Пока еще можешь. Они меня преследуют, они... Бежим. Нет, не бейте мою жопу, она уже вся синяя. Так, все, должна быть концовка. И? А где концовка? Слушай, это почему-то так не работает. Попробуй дальше убежать еще. Так, а почему не работает? Должно сработать, но... Видимо, родители не дают мне даже концовку активировать. Скибербандера! Это странно, на самом деле так не должно было быть. Слушай, а попробуй сейчас пролететь вниз под карту. Окей, хорошо. И теперь отключи ноуклип. Я падаю, нет. Куда я попал? Что это за место? О, что это? Добро пожаловать, это Backrooms. О нет, только не Backrooms. Это самое страшное место на свете. Но самое интересное, что здесь находится секретная девятая концовка. И чтобы ее найти, ну, нам просто найти дверь и все. Я, кстати, так и не смог это сделать. Да, еще я слышал, что здесь обитает очень страшное чудовище. Да, и это чудовище знает, где ты находишься, где бы ты ни стоял. Это его мир. Не нравится мне эта информация. Я лучше полечу наверх и посмотрим, может быть, нам удастся увидеть это чудовище. А теперь посмотри вниз. О, это же он! Да, это тот самый монстр. И знаешь, как его зовут? Как? Его зовут Мимик. Почему его зовут Мимик, все еще никто не знает. Но легенды гласят, что он притворяется рыбаком, мамкой, папкой. В общем, он может стать кем угодно, но в своем измерении он ужасное чудовище. Он выглядит очень страшно, и хорошо, что у меня есть бессмертие. Так бы он быстренько меня сожрал. И поверь мне, лучше к нему не прикасаться. Так, я лучше поищу ту секретную дверь, потому что эту концовку очень-очень мало людей нашли, и возможно нам это удастся. Найти ее не смог даже я. А я вообще-то профессионал, ну вот это надо знать вообще-то. Мне кажется, она где-то спрятана в уголках карты. Слушай, я пытался, я и уголки прочекал. Я прочекал и место спавна. Я прочекал все. Это может быть либо лестница, либо какая-то дверь. Я не нашел ни то, но оно здесь есть. Но пока что мы ее не видим. Но единственное, что мы можем, это сейчас открыть меню читов. О май гад, что мы сделали? Вы, по-моему, этот бэкрум сломали. Ну, немножко есть. Здесь теперь миллион мимиков, и они вышли на охоту. Они идут за игроком, они пытаются найти к нему выход. А возможно, они идут наказать папку и мамку за то, что они постоянно мою жопу... Нет, они, видишь, они идут прямо к тебе. А что если включить... Что? Они все напали, они все сразу я же увидели. Я сейчас оглохну, ничего. Нет. Ваня, ты умер, но не переживай, это не самое важное. Посмотри прямо сейчас на озеро, видишь там вдалеке рыбака? Вижу, но не четко. Если честно, я боюсь воды и не хотел бы туда идти. Теперь ты можешь к нему подлететь, но прежде чем что-то делать, нам жми на сущности. Все, а так он будет от нас убегать. А теперь лети прямо к нему. Пойду к этому озеру. Если честно, не хотелось бы, потому что в прошлый раз я немножечко там утонул. Я не только озеро боюсь, а еще и этого рыбака. По секрету, мои друзья сказали, что он маньячело и держит в своем домике в подвале. Теперь ты можешь к нему подойти. Просто вот считай, что это твой родственник, Дани. Ты только встань. А почему? Почему он на меня смотрит? Мы же остановили время. Да, он и реагирует. Мы не время остановили, а только его. Можешь к нему подойти поближе и послушай.
Ты слышишь? Что это за звуки? Он вообще человек? И смотри, это доказывает, почему он маньяк. Ведь в вырезанных файлах игры находится фраза «Отпусти меня», которую говорит наш главный герой Андрей. А также есть вырезанная фраза «Я ищу тебя». Это фраза от рыбака. Так получается, мои друзья не врали, и он реально маньяк? Да, на полном серьезе я тебе говорю, это реально маньяк. Без шута, без кликбейта, это на самом деле он. Многие говорят, что это не он, и там события какие-то происходят не в том году. Но это очевидно он, ведь вырезанная фраза точности совпадает с тем, как звучит его голос. Эта информация не даст мне покоя. Ну, я думаю, что стоит еще слетать в этот домик и посмотреть, вдруг в подвале реально кто-то есть, и мои друзья не шутили. Он и... бежит к тебе! Он смотрит на меня, и он смотрит на меня и бежит боком, что? Мне кажется... Попробуй на него подойти. Оп, ну-ка, что? Я испугался. Так, и все, и он побежал. Блин. Все, он в своем доме, он тебя закрыл. Он меня закрыл. Что, быстрее, уходим отсюда, уходим. Фигеть. Ваня, ты чего? Это было очень опасно, мы чуть не попали к нему в берлогу. Посмотри, я клонировал родителей, и обрати внимание на маму. Что? Почему она с ножом? Это специально так сделано. И только здесь у нее появляется нож. Я знаю, что это может шокировать тебя, но, похоже, она будет обыгрывать как-то в третьем акте. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. А папа скуф, как обычно, ему просто пофигу. Но мама на ножах. Это еще один факт в копилочку, то что маньяк на самом деле рыбак. Теперь я в этом не сомневаюсь. И лучше свалю отсюда подальше от этого маньяка. Пока. Все, иди теперь спокойно на дорогу и выходи к дому к нашему. Она бежит за мной, не надо. А, что? Кто это? О, это мы. Почему мы здесь стоим? Что это значит? Я не знаю, это не должно было опять по сценарию так идти. Офигеть, как это работает? Что я первый раз вижу себя? Офигеть. Лисы, просто нажми играть. Чего? Что? Это главное давай, меню? Да. О, и мать говорит, давай без цветов попробуй. Я не понимаю, что? Ты сломал игру настолько, насколько я даже не смог. Почему-то мы так и не смогли добиться концовки с друзьями. Они почему-то нас игнорируют. Да они не игнорят нас. Они понимают, что мы читеры, и как вы, зачем нам что? С вами? А что? Нет, что? Что? Какое сено? Кого? Ваня, ты сломал игру, давай закругляйся. У нас концовка с сеном, но по идее-то мы убежали к друзьям, то есть концовка-то неправильная сработала, не та, которая должна быть. Она не должна активироваться. Что вообще, это какой-то бред, мы реально сломали игру, ну почему? Мы переспавнились, дорогие друзья, но сейчас мы сделаем кое-что более интересное. Ваня, ты понимаешь? Не понимаю. Ваня, ну что ты так? Мы заспавним кучу рыбаков и монстры из-за кулисья. Что? Это же будет вообще какая-то жесть. Мы реально сломаем игру окончательно. Все, что тебе надо, это просто подойти к компу и зайти в терминал. Отлично, зашел. Теперь надо тебе прописать одну секретную команду, которую мы покажем в Телеграме, ссылка в описании. Команда выполнена? Что? Офигеть! На нашей карте! Реально монстр? Слушай, у меня есть идея. Позвони сейчас в дверной звонок. Мама, по идее, выйдет и должна сагриться. Только ты ей на глаза не попадайся. Монстр пришел сюда! Он ждет мамку. Неужели он хочет ее сожрать? Он ждет нас. Опа, что? Что? Она идет, она не видит его? Нет, она сейчас убежит, посмотри. Что? Она бессмертная какая-то. Что? Что? Она, ей что, все равно что ли? По-моему, мы опять забагали игру. Проследи за ней, она по идее сейчас должна спрятаться в ванну. Так, ну-ка, мне кажется, она даже не заметила нас. Она пошла готовить, и пофигу вообще. Это 10-я концовка, и мы сломали игру. Я не понимаю, что здесь происходит. Поставь лайк и подпишись.